Зеркальная дата – это число, которое читается одинаково в обоих направлениях. Впереди-назад и сзада-наперед, давая одинаковый смысл. Зеркальные даты – это один из благоприятных дней для привлечения денег. Энергетика зеркальных дат сильна, поэтому не стоит пропускать таких дней. 11 ноября – день зеркальной даты. И в этот день можно привлечь в вашу жизнь деньги и удачу. Если, конечно, знать, как правильно выполнить заговор. 11 ноября – это день, когда нужно подготовиться к возможным переменам в вашей жизни. Воспользуйтесь благоприятным случаем, чтобы избавиться от невезения и различных проблем с финансовым планом. В этот день внимательно следите за стрелками на часах. В 11 часов 11 минут утра положите на стол купюры и монеты и проговорите следующие слова. Деньги к деньгам идут, умножаются. У меня проблемы кончаются. Произнесите эти магические слова 3 раза. Проделайте то же самое в 23 часа и 11 минут. Заговоренные деньги положите в кошелек, по карманам или в то место, где храните свои сбережения. И ни в коем случае не тратьте заговоренные деньги до следующей зеркальной даты, чтобы богатство шло к вам в руки. Подписывайтесь на канал и мотивируйте меня своими лайками и комментариями на новые интересные видео для вас. И обязательно нажимайте колокольчик, чтобы всегда получать уведомления о моих новых видео на канале. С вами была Елена Макаренко. Всем пока!